Мы профессиональный клуб молодежной хоккейной лиги. И никто без согласия игроков не имеет права урезать контракты. Меня приглашают играть за границу. А куда, если не секрет? В Швецию. Если мы продадим Кострову и Пономарева, тогда все. Закрывать дыры в бюджете, продавая лучших игроков, я считаю такую практику как минимум неприемлемой. Вадик с Генкой уезжает в Стокгольм на полгода. А тебя с собой не берут? Мне же еще доучиться нужно. Напоминаю, роспись 15:00. Пожалуйста, без опозданий. Yes, sir. Илья Романович, по-моему, вы не совсем понимаете. Слушай, по-моему, это ты не совсем понимаешь, что у меня нет ни времени, ни желания латать эту дыру в бюджете. За молодых! Ура! Итого у нас в команде уже двое женатых. Звонил Костров и отказался ехать в Швецию. Между прочим, в трансфере твой процент тоже заложен, но тебе деньги не нужны. А можно тебя пригласить на следующий танец? Да, у меня с координацией проблема. Может быть, у него не с координацией проблема, а все-таки с ориентацией? Татьяну ждешь? Серег, кого я еще могу ждать с цветами? Привет, передавай. Обязательно передам. Я знаю, как сократить расходы в два раза. Другое дело, молодец. И можно со всеми перезаключить контракты? Да, а с некоторыми вообще не заключить. Вас просто уволят и возьмут на работу заново. Ну а кому не нравится зарплата, ищите другую работу. Почему команда до сих пор не вышла на раскатку? Сергей Петрович, мы на лед сегодня не выйдем. Это решение всей команды. Где они? В раздевалке сидят, на лед выходить отказываются. Это я в курсе. Ты мне можешь объяснить, что случилось? Ну, спроси у них. Не, ну, мужики, ну хорошо, ну сегодня мы не сыграем, ну а дальше что? А дальше, Сеня, видно будет. Верно. Главное, мы обозначили свою позицию. Здравствуйте, Сергей Петрович. Всем привет. Здравствуйте. О, это вы так подорвались, чтобы выйти на лед? Или таким образом демонстрируете ваше уважение ко мне? Сергей Петрович, мы вас очень уважаем. Правда. Но команда на лед сегодня не выйдет. Ясно. Значит, бойкот, да? Или забастовка, как хотите. Бастуют, Андрей, когда хотят чего-то добиться. Ну, все правильно. Что правильно? Чего в данном случае добьетесь вы? Как минимум пересмотра контрактов. Да? Ясно. Хотите, я вам расскажу, что на самом деле будет? Расскажите. Новому хозяину клуба хоккей до одного места. Он с удовольствием разогнал бы нас всех. И все эти урезания контрактов – это элементарная провокация. Сергей Петрович… Я не закончил. А вы, как дети малые, на эту провокацию ведетесь. Ну хорошо, давайте сегодня не сыграем. Завтра не поедем на игру. Что дальше? После двух технических поражений Пахомов скажет, что команда в лиге участвовать не желает и снимет нас к чертовой матери. Вы этого хотите добиться? Нам что, все это проглотить? Они еще раз урежут контракты. Или нам за спасибо играть? Этот вопрос нужно решать после матча. 3000 человек пришли посмотреть на любимую команду. Что мы им скажем? Сергей Петрович, ну согласитесь. Саша, я сказал, что я с вами полностью согласен. Но этот вопрос нужно решать другим способом. И после игры. Всех, кто разделяет мою позицию, жду на льду. Я не понял, а где наши? До сих пор после свадьбы отойти не мог. Марина, где парни-то? Не знаю. О, ну наконец-то! Ну-ка идите сюда! Ну что, поздравляю, сегодня играем без раскатки. Первое звено остается на льду, остальные сели. Поехали! Давай, косолапые! Очень много ошибок.
Постой, постой! Дело! Что, летим пока? 1-2. Да. Да не в ястребах дело, медведи какие-то вяленькие. Давайте вот про вяленьких медведей мы потом поговорим. Кирилл Андреевич, я перезвоню вам. Я не понял, в чем дело? Это я вас хотел спросить, в чем дело? Зачем вы мне перед матчем команду накрутили? Кто, я накрутил? Нет, я! Послушайте, Сергей Петрович, ко мне подошли ваши хоккеисты. Наши хоккеисты, Анатолий Леонидович. Хорошо, наши хоккеисты. Подошли ко мне и задали вопрос, и я на него ответил. Что вы ответили? Правду и только правду. Какую правду? Что им придется подписать новые договора, если они хотят остаться в клубе. Анатолий Леонидович, по регламенту вы не имеете права менять суммы, прописанные в контрактах. Не имел бы. Не имел. Если бы речь шла о простой смене состава учредителей, а у нас по факту меняется юридическое лицо, а это совсем другое дело. Вы в этом уверены? Абсолютно. А я нет. А, Сергей Петрович, скажите, а где вы были в это время? Когда именно? Ну, когда команда на раскатку не вышла. Вас тоже не было. Значит, вы их поддержали. Меня вообще в этот момент во дворце не было. Серьезно? А почему? По уважительной причине. А, понял. А мне вот как-то помнится... Кисляк по уважительной причине на матч не явился. Так его сразу из команды выгнали. Вот оно что, Сергей Петрович. Может, стоит с себя начать, а не бегать виноватых искать? Анатолий Леонидович, да. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, а вас в детстве во дворе били? Почему это меня должны были бить? Ну, не знаю. По голове, например. Берите. Что это? Деньги. Поделите поровну. Только простите, это все, что у меня есть. Ну что, головами крутите? Это же единственное, что может вас склеить. Сергей Петрович, уберите. Убрать? Вы же только ради этого играете. Другой мотивации у вас нет. Вы зачем на лед вышли? Чтоб мне одолжение сделать? Спасибо, не надо. Я в последний раз повторяю. Все вопросы надо решать. Не до, не во время, а после матча. Все слышат? После! Если ты уж надел коньки, взял клюшку, так будь добр, выйди на лед и сдохни там за победу! Если ты, конечно, мужик. Я все сказал.
сынок, молодец! Смело! Смело! Егор, постарайся выиграть брасывание. Антон, да. Выйдешь шестым. Да. Ребят, у нас 26 секунд для того, чтобы вылезти оттуда, куда мы себя загнали за два периода. Закрыли зону, сразу бросаем. А там добивайте, чем хотите. Клюшками, носами, зубами. Давайте, пойдите на стойку. Давайте. Сильно, давай, 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 давай. Будем бросать или нет? Ребята, овертайм, сохранили в себе это настроение. Не плывут, даже Майя. Первое звено из Андрея. Давайте, на лёд, вперёд! Раскройте! Так, давайте по пунктам. Пункт первый. Я, как тренер, даю слово команде, что буду защищать интересы своих игроков на всех уровнях. Всем понятно? Да. Да. В свою очередь, прошу команду не принимать никаких решений, не посоветовавшись со мной. Договорились? Договорились, Сергей Петрович. Ну вот и отлично. Сергей Петрович, ну а второй пункт? Ну а второй пункт очень простой. Я не понял, а что побить-то никто не радуется? И то верно, парни! Мы их сделали! Сергей Петрович! Да? Вы это, простите нас. Ладно, проехали. Будет мне уроком. А вы тут при чем? Притом, Егор, я не должен был вас оставлять. Ну, наконец-то! Тань, ты почему на игру не пришла? Что? А температура есть? Так, я сейчас приеду. Ну, я прежде всего врач, а потом уже Васенька. Жень, привет. Привет. Поздравляю с победой. Спасибо. А что ты такой без настроения? Да почему без настроения? Ну, хмурый какой-то. Нормально все. Ты чего хотел? Ну, поздравить. Ну, спасибо. Я пошел. Пока. А ты, я смотрю, подруга, все никак не успокоишься. Не знаю. Тянет меня к нему. Ну, раз тянет, значит, действует. А я что, по-твоему, делаю?
ходишь и мямлишь, Даш. А действовать нужно активнее. Активнее это как? А давай вечером созвонимся, я тебе все расскажу. Давай. Так. Дожи. Команда закрепилась в молодежи, стартовала с двух побед. И на тебе, урезают контракты. Где логика, Сень? Тут логика одна. По-моему, начхать на этот хоккей, на нашу команду. Вот оно и видно, чтобы он чихал всю жизнь, не переставая. Нет, сегодня же выйду на профсоюз хоккеистов. Пап, не надо никуда выходить. Что значит не надо? Эту мафию завалить могут только профсоюзы. Пап, нашими контрактами занимается Макеев. Ну да, Петрович любому за вас глотку перегрызет. Вот если бы вы с ним с двух сторон как пульнули, то... Пожалуйста, не надо никуда пулять. Пусть каждый занимается своим делом. Ну, своим так своим. Кстати, ты когда последний раз квартиру пылесосил? А тогда не сегодня, а. Я был готов к этому ответу. Молодец, я тебя за язык не тянул. Пошли. Привет. Ну что, как вы? Все хорошо. Пашка весь день лепил из пластилина. А младший? А младший только уснул. Накормишь? Есть хочу, умираю. Да, проходи уже, все готово. Сереж, скажи, а тебя все устраивает в этой ситуации? Какой? Ну, что у нас одного сына зовут Пашка, а второго — младший. Юль, я тебе еще в роддоме сказал. Как решишь, так и будет. Только не Ипполит. Тогда у меня остается два варианта. Саша и Матвей. Александр Сергеевич Макеев. Ну, согласись, звучит? Ну да, практически как Александр Сергеевич Пушкин. Честно говоря, я тоже об этом подумала. Тогда Матвей? Да. Ну, я пойду. Куда? Поцелую Пашку и Матвея. А ты прячешь глаза за фарами, и все идет чередом, как дорами. Твои мысли поют гитарами и тревожат душу минорами. А вокруг все гуляют парами и друг друга чувствуют порами. А ты прячешь глаза за фарами, и тебе непременно здорово, когда станем однажды старыми, и усталость на плечи горами. Не забудь меня, а то мало ли, какими мы станем сеньорами. И тебя жизнь выжигала пожарами, и мою не измерить приборами. Скоро нас принасытит угарами и запустит седины в бороду. И неважно, какими странами, мы не заменим родного города. Мы останемся другами, братьями, и сегодня мы выпьем поровну. Тять то время крадет между барами, никогда не назовут ворами. Мои мысли поют гитарами, почему-то все больше минорными. Ты не заметишь, как пролетят года. Меняются люди и боги их судьи, они. Ты не заметишь, как пролетят года. Меняются люди и боги их судьи, а мы пути. Так, тихо, и последний. Слишком легкая смерть для Кощея, подумал Иван Царевич и вставил иголку в швейную машинку. Ой, я смотрю, у вас тут хорошее настроение. Именно с этим настроением берем Бакин, берем все и изучаем. Что изучаем-то, Анатолий Леонидович? Ну как что, контракты. И читайте внимательно, чтобы потом не говорили, тут не видел, тут мелким почерком. Держи. Да, на, раздай. Подождите, так а... Что? Макеев говорил, что мы ничего переподписывать не будем. Слушайте, братцы, я не знаю, что вам говорил Макеев, но мне новое начальство приказало, я выполняю. На ознакомление у вас 3 дня. А, да. И имейте в виду, на игру с Кристаллом выйдет только тот, кто подпишет этот контракт. Удачи вам. Макеев же обещал. Да. Хорошей тренировки. Сергей Петрович. Да, я в курсе. Давайте сюда контракт. Забудьте о том, что он вам говорил. Вопрос еще не решен. Когда он будет решен? Не волнуйся, Андрей, я сразу вас поставлю в известность. Вот неугомонный, а? С рогаткой на танке. Ребят, через 5 минут тренировка. Почему еще не переодеты? Давайте, давайте, выходим.
Сергей Петрович, можно вопрос? Давай, только быстро. Так все-таки выходили в федерацию или как? Идите сюда! Ребят, прозвучал вопрос, ходил ли я в федерацию. Еще раз повторяю, я занимаюсь вопросом ваших контрактов вплотную. Сейчас это обсуждать не надо. Сейчас у нас идет тренировка. Я надеюсь, все помнят, что надо делать на тренировке. Да. Ну вот и отлично. Отрабатываем выход 2-1. Начинает первая пара. Поехали. Поехали. Парни, кого подвезти я на колесах? О, на роликах, что ли? А ты король юмора. Да. Ну что, пацаны, давайте. Да, алло. Ага. Что, серьезно? Так я сейчас буду. Ну, через час. Ну, ничего, подожду. Все, давай, целую. Сильно, сильно, сильно. Все, парень, давайте я полетел. А что случилось-то? Поле из роддома выписываю. О, тебя поздравляю. Спасибо. Давай так привет. Да, обязательно. Можешь подвезти? Так давай, если не сложно. Вообще-то тащить тебя на роликах не фонтан. О, король юмора-то, гляди. Погнали, счастливо. Все, давай, 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 удачи. О, Сергей Петрович, вы еще здесь? Еще здесь. Отлично. Я вас буквально пару секунд отниму. Вот, держите. Что это? Ваш новый контракт. Что, даже ознакомиться не хотите? А смысл? Я его все равно подписывать не буду. А, вот так вот, да? Именно так. То есть решили возглавить бунт на корабле, да? Анатолий Леонидович, нет никакого бунта. Есть элементарный регламент лиги. Какой регламент, Сергей Петрович? Вы как главный тренер вообще должны были первый подписать вот этот вот договор, и тогда вся команда бы за вами подтянулась. А... Сергей Петрович, мы потом цифры подровняем, это вообще не проблема, а? Анатолий Леонидович, я ничего подписывать не буду. Я понял. Ну что ж, ладно, как говорится, хозяин барин. Всего доброго. И вам не хворать. Ты уверена, что он не ушел? Уверена. Ключи у тебя? У меня, не переживай, иди готовься лучше. Где вы увидели такие цены на ламинат, а? Да за такие деньги можно пол мрамором выложить. Да. Анатолий Леонидович, день добрый. Добрый. У меня к вам очень важный вопрос. Извините, я занят. Буквально несколько секунд. Короче, давай ты там все пересчитывай и перезвони мне потом. Ага, все, пока. Да, я слушаю вас. Я быстро и по существу. Да. Анатолий Леонидович, если вы урежете Сеньке контракт, то мы уйдем в другой клуб. Это все? Все. Всего доброго, не смею задерживать. Ах, вот так вот, да? Ну что? Ничего. Я тебе говорю, что это бесполезно. Это мы еще посмотрим. Я вот сейчас пойду в их дурацкий подвал и обратно проскручиваю все трубы. Вот тогда он поплавает. Папа. Что? Ты ничего не раскрутишь. Еще как раскручу? Не раскручу. Раскручу. Не раскрутишь ты все. Да, не раскручу. Потому что твой отец не такой моральный урод, как этот Зажилин. Дон Борзини недоделанный. Миха. О. Слушай, скажи, а почему ты от Швеции отказался? Ну, отказался и отказался. Из Алины? Из Алины тоже. Ты почему спрашиваешь? Да мне просто тоже предлагали. О как. То есть ты тот второй? Ну да. А что, команде не сказал? А что говорить-то, если я тоже отказался? Ну, а ты из-за чего? Да много причин. Ну и молоток. Молоток-то молоток, просто... Что просто? Не знаю, когда вся эта фигня началась, может быть, и зря. Чего зря-то? Ну, если бы мы вдвоем поехали, может, все было бы нормально, тем более в один клуб. Не, я точно пас. А если здесь все медным тазом накроется? Да почему накроется костер? Просто мысли вслух. Не переживай, Петрович все разрулит. А если не разрулит? Всегда разрулил. Ладно, ты прости, мне еще в институт надо забежать. Давай. Давай. Жень, привет. Привет. А ты сильно торопишься? Не особо, что? Нам твоя мужская сила нужна.
А? Вот, воду надо отнести, он ответил. Я что, грузчик? Ладно. Спасибо большое, найдем кого-нибудь посильнее. Ладно, куда? Пойдем покажу. Алло, готовься, идет. Там никого нет, проходи, не стесняйся. Куда слезть? А давай в тот угол. Сюда? Эй! Эй! Чё за прикол? Что, дверь захлопнулась? Извини, нет. Мне сказали, тут нет никого. Ну да, все правильно. Здесь только ты и я. Ты что делаешь? Ну, как что? Хочу познакомиться с тобой поближе. Что, прям так и ответил? Буквально дословно. И контракт мне чуть ли не в морду швырнул. Куда швырнул? А, ну, в смысле, в лицо. А, понятно. Ну, ничего, думаю, это эмоции. Да какие эмоции? Вы просто Макеева плохо знаете. Он же у нас принципиальный, и вся команда за ним, как эти крысы под дудочку. Ничего, даже у принципиальных есть свои семьи, дети. Некоторые недавно родились, и всех надо как-то кормить. Уверен, он еще раз пять передумает. Да, да черт с ним, с этим Макеевым. Скажите, а... Костров с Пономаревым по поводу Швеции не объявлялись? Пока тишина. Ну, я, если что, могу с ними контракт не заключать. Я помню. Хорошо. Так я пойду? Иди. А, Кирилл Андреевич, извините, что спрашиваю, но у вас по бумагам точно все чисто? Чище не бывает. Печати напечатаны, подписи подписаны. Да. Просто, ну, такой вопрос закрыть за два дня, это же... До свидания, Анатолий Леонидович. Да, я опаздываю. Всего доброго. Ну что там? Не знаю, пока ничего не слышно. Дуры, блин. Что случилось? Пошел он, придурок. Что, совсем никак? Да, тяжелый случай. Чего ее гипнотизируешь? Почему гипнотизирую? Полчаса уже в одной позе. Ты мне просто поверить не могу. Что это твоя? Нет, что это твое. Наше. Ну что, Антонна, пора тебе кое-что именать, отец? Согласен. Может, все-таки Алена? Чего? У меня это имя ассоциируется с какими-то сказками. Ну, сестрица Аленушка, Иванушка Дурачок. Не понимаю, что плохого. Хорошо, тогда Вероника. Тебе нравится имя Вероника? Да ну что, звучит Вероника Антоновна. Звучит. И можно там ласково. Ника. Тогда и, лучше Виктория. Не, Виктория это как-то, знаешь, взрослая очень. Но она же когда-нибудь вырастет. Ну это когда будет-то. Так, ладно, давай еще варианты. Я тебе объясняю, я для этого нанял аудиторов, чтобы разобраться, что там у вас происходит. Илья Романович. Нет, дорогой мой, это твой завод. И на твоем заводе бардак. А я, как идиот, продолжаю его финансировать. Илья Романович, уделите минуту. Все, разговор окончен. Чего тебе? Поговорить. Ты не видишь, я занят. Я всегда занят. В кабинет к вам не пускают. Где вы живете, я, извините, не знаю. Играйте на понижение. Я вам повторяю, играйте на понижение. Илья Романович. Слушай, как тебя это... Макеев. А, Макеев. Может, мне тебя поставить, заводом рулить, а? Мне завод не нужен. Ой, а мне твой хоккей, ну, даром мне нужен. Илья Романович, у меня 20 зеленых пацанов, с ними так нельзя. Слушай, у меня на заводе 5000 человек.
Ты думаешь, с ними так можно? У каждого клуба есть обязательства, у каждого хоккеиста есть права. Права есть у моего водителя. Устраивает? Что стоим, ребята? Поехали, поехали. Ян, ты дома? Дома, дома. Вообще-то я тебя уже целый час жду. Оу, ну извини. Полчаса парковался, места вообще нет. Еле нашел в соседнем дворе. Андрей. У меня чистые руки. Случилось что-то? Да, просто устал. Понятно. Быстро ты от меня устал. Ну, что ты такое говоришь? Ну, говорю то, что вижу. Я старалась, готовила. Родная, ну, прости. Ян. Просто замотался. Устал. Ну, прекрати. Ну, не обижайся. Да и не обижаюсь. Ну вот. Прости. Да, пап. Да, звонил. Нужно срочно поговорить с тобой. Прямо сейчас? Да, в принципе, могу. А где? Окей, буду через 10 минут. Ян, я на часик отскочу, с отцом встречусь. Окей? Не дуйся. Прости, если я был не прав, не жди, ведь ссора лишь пустяк, поверь. И во сто крат я буду сильнее, если нужно так. Прости, если я был не прав, не жди. Я вообще в роддоме набросала список. Тони сразу нет. Почему? Потому что за имя Тоня. Карина вот эта там мимо. Почему? Ну что, как ты дочь свою видел? Какая она, Карина? По-моему, ей идет. По-моему, Карины, они не такие. А какие? Ну, какие-то другие. Посмотри. Юля? Серьезно? Ну, как твою маму. Еще одна Юля Антипова. А почему нет? Зачем мне в семье две Юли? Хорошо. Предлагай. Не знаю. Ребенок, как тебя зовут, а? Скажи. То есть теперь этому Пахомову можно клуб хоронить? Юридически он хозяин клуба, поэтому хочет хоронит, хочет воскрешает. Зашибись. Ты об этом так спокойно говоришь. Ну что я должен делать? Черт. Откуда вообще здесь взялся этот урод? Откуда? Из Москвы. У нас же документ с тобой у него на рынке. Там лет на 15 слетело. Минимум. Тихо. Что тихо? Да тихо, я сказал. Ты что, не видишь? Пахомова ангажировал кто-то сверху. Так что о наших этих с тобой боевых заслугах никому. Ясно? Я не понял. Да ясно. Ты пойми, Андрей. Пахомов подминает под себя город, пускает корни. Это очевидно. Так что ваш клуб этот для него, знаешь, мышиная возня. Это и противно. Испортил тебе настроение. Ну и так было не ахти. Ну давай, поедим что-нибудь. Может, настроение вверх пойдет. Спасибо, пап, я дома поем. Я там Яна на неделю наготовила. Ладно, давай. Слушаем установку на игру с Кристаллом. Сергей Петрович. Что? Жилин говорил, что те, кто не подпишет контракты, на игру с Кристаллом не выйдут. Вопрос действительно сложный. Но я руки не опускаю, чего и вам советую. Сегодня пойду в администрацию города. В конце концов, если что, я тоже этот контракт подписывать не буду. Так что, слушаем установку на игру с Кристаллом или как? Вот и отлично.
Так, начнем вторым номером. Дальше. Антон. Как там твои девчонки? Спасибо, нормально. Как дочку назвали? Да пока никак, вот только до финала дошли. В каком смысле? Ну, двоих меня осталось, сегодня вечером финал. О, и какие варианты? Я за Веронику. А, Вероника? Че? У меня просто была соседка Вероника. Как нажарить селедки, так в подъезд без противогаза не войдешь. Что? Не все Вероники такие. Да, но это имя было как ругательное. Кислый, на кой ты сейчас мне пургу несешь? Извини. А второй это какой вариант? Дарья. Даша, значит. Намучается девочка. Че сразу намучается-то? Ну, у нас в классе Даша была. Ребята все время прикалывались. Даш, не Даш? Парень, не смешно. Че мне назвать? Эй, ты иди сюда. Кстати, это вариант. Ладно, мужики, какая разница, пусть как хотят, так называют. Все-таки их ребенок. Парни, я еще вот думал про Прасковья. Парашу, что ли? Идиот, я хочу. Парни, слушайте, не знаете какую-нибудь гостиницу подешевле? Подожди, какая гостиница? Ты же в общаге живешь. Да так и есть, просто у нас в корпусе трубу прорвало. Можешь у меня остаться. Серьезно? Ну а что, дешевле не придумаешь. А это удобно? Да, почему нет, я сейчас один живу. Ну тогда хавка с меня. Давай куда-нибудь зайдем, перекусим. Я угощаю. Договорились. О, значит, мальчиков мы угощаем, а девочек бежим так, что двери вылетают. Не понял сейчас. Правда, царь, а что ты от девчонок бегаешь? Они же не кусаются, если не попросишь. Все посмеялись. Ладно, я пошел. Ладно, давайте, ребят. Миш, аккуратнее. Ладно, Марин, хватит с ним. Ну что, пошутить нельзя? Фу, Марин, фу. Ну ты как себя чувствуешь? Все хорошо. Не знобит? Да нет, Вась, все уже прошло. Просто на погоду ломила. Ну, слава богу. Ты сегодня обедала? Не. Так, ты вообще что-нибудь сегодня ела? Да, утром чай пила. Пойдем-ка я тебя покормлю. Не-не, Вась, мне не хочется, правда. Вань, ты в порядке? Сейчас. Подожди. Ой. Подожди, 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 сейчас что-то повело. Сейчас, сейчас, все хорошо. Все хорошо, Вась. Ты кому звонишь? Врачом. Зачем? Мне срочно нужно сдать анализ. Вась. Денис Михайлович, Фролов беспокоит. Приветствую тебя. Ты меня слышишь? Нет. Я сказал не по телефону. Олег Константинович, да. Разрешите? Да, проходи, Макеев. Садись. Я тебя слушаю. Олег Константинович, да? Ну, вы уже в курсе, что у нашего клуба новый владелец? Да, в курсе. Так вот, этот человек методично уничтожает команду. Если сейчас не вмешаться, через месяц от нее ничего не останется. Ты же мне сам сказал, что Пахомов владелец клуба. Вот скажи, пожалуйста, как я могу ему помешать? М? Возьмите команду на баланс города. Макеев, ты вообще в курсе того, что происходит в нацгороде, а? Нет. Не в курсе. Вот я вижу, что не в курсе. Вот я тебе сейчас расскажу. Ты что, не ешь-то? Да я не голоден. Да? А я бы сейчас слона съел. Ты один живешь, говоришь? Баба в деревню уехала, отец на заработки. А жена? А жена в другом городе тренируется. Она у меня фигуристка. А здесь нельзя тренироваться? Можно. Она просто после травмы и... Да, это долго стоит. Понятно. Ну, а ты? Как на личном фронте? Ну, как видишь, не окольцован пока. Ну, а так вообще? Мих, давай сменим тему. Как скажешь. Просто все эти подколы около дворца реально стало интересно. Испугался, что ли? Да чего мне бояться? Просто правда все шушукаются, что ты девушек избегаешь. Слушай, ну ты тоже вроде за девчонками не бегаешь. Ну я жена. А у тебя, я так понимаю, кто-то есть? Была. Теперь ты понимаешь? М? То есть вы считаете, что это все люди Пахомова? Да я не считаю, я сопоставляю факты. Вчера, например, моего зама по финансам сняли, а я с ним 8 лет проработал. Вот такой мужик. Ну да, вместо него поставили кого-то из Москвы. Да, так вот этого кого-то неделю назад я видел в ресторане вместе с Пахомовым. Как ты считаешь, это случайность? А сегодня утром он мне намекнул, что у нас большие нецелевые расходы. Ну как мне на все на это реагировать, а?
Не знаю. И я не знаю. Знаешь, моей полкоманды уже убрали. Макеев, вот при всем моем уважении, мне бы в этом кресле усидеть. А ты говоришь, хоккей. И что дальше? Ну, а что дальше? Мутились с ней полгода. Потом муж узнал. Проблемы начались. Она была замужем? Почему была? Осталась. Вообще-то она собиралась с ним уходить. Ну, а почему не ушла? Не знаю. Побоялась, наверное, что поменять. 10 лет брака. 10? Это ж сколько ей было? У них все проехали. А из факела ты из-за нее ушел? Ну, в том числе. Думал, с меня город отпустит. Только никому. Хорошо, договорились. Скажи, а ты до сих пор ее любишь? Мих, вот теперь точно все. Ладно, прости. Сергей Петрович. Илья Романович. Он самый. А что вы здесь делаете? Да вот тебя дожидаюсь. Хочу узнать, как мэр поживает. Следите за мной. Да, Макеев, я тебя умоляю. Но, может быть, все-таки расскажешь, зачем ты к мэру таскаешься? По делу. Ты не очень заигрался? Может быть, хватит? Хватит что? Носиться со своими медведями, как с писаной торбой. Илья Романович. Короче, ты меня заколебал. Ты знаешь, что я делаю с людьми, которые мне надоедают? Интересно. Что же? Впрочем, пожалуй, тебе лучше этого не знать, Макеев. Саш, помнишь, я тебе рассказывала, что наши ребята в Стокгольме едут на заработки? Ну да, конечно, помню. Так вот, они меня очень уговаривают с ними поехать. Говорят, что втроем мы вообще летную программу сможем сделать. А ты же говорил, у тебя учеба. Да, но я узнала, в деканате можно академку взять. Да и родители не против. Говорят, езжай, хоть мир посмотришь. Понятно. Ну, а ты сама как? Да я хочу, но... Что? Мне очень важно, что ты об этом думаешь. Серьезно? Вполне. Но по уму, конечно же, я должен сказать езжай. Ну, а почему не говоришь? Боюсь. Чего? Ну, вдруг ты там какого-нибудь шведа себе заведешь. Или с этим вашим Генкой замутишь. Я же видел, как он на тебя смотрит. Ну, глупости все это. Я, наоборот, думаю, что вернусь через полгода, а у тебя там другая. Что? Думаешь, я не вижу, сколько их вокруг вашей команды крутится? Угу. Лер, а ты хорошо карту Швеции знаешь? Нет, а что? Да так. Просто интересно, Карлстад от Стокгольма далеко находится? Не знаю. Тебе зачем? Долго объяснять. Предлагаю обсудить за порцией мороженого. Оль. Да, Тош. Я тут подумал, может, дочку Антонину назовем? Ну что, ну, красиво. Антонина, Антон, Антипо. 3А. Мне нравится. Чё смеешься? Тоже, ты помнишь наш список? Да. Пункт номер 1 – Тоня. Я изначально предлагала, а ты сказал сразу нет. Ну так то Тоня, то Антонина. Действительно, логично. Антипов, я тебя обожаю. Ну, что скажешь? Извини, пока порадовать нечем. Вот смотри, общий и биохимия. Обрати внимание на АЛТ. Ничего себе, в 10 раз? Вот то-то и оно. Гепатит? Ну, ты прям сразу. Пока только подозрение, ты же сам понимаешь. Нужен белковый спектр, ИФА-диагностика. В общем, будем мониторить. Прошу прощения. Могу я узнать, о чем вы шепчетесь? Можете, но ничего определенного я вам пока сказать не могу. Было бы неплохо лечь на более детальное обследование. Да-да, нет, надо. Сергей Петрович, прошу прощения.
А вы куда? Что значит куда? У нас через 7 минут тренировка. Понятно, значит, не в курсе. В курсе чего? Хоккейный клуб «Медведи» решил не подписывать с вами новый контракт. Даже так? Увы, вы уволены. Понятно. Решение принял клуб или лично Пахомов? Сергей Петрович, неужели вы так и не поняли, что на сегодняшний день клуб, наш хоккейный клуб, это и есть Пахомов? Зато вы это очень хорошо усвоили. Поэтому до сих пор в строю. А, да, и имей в виду, Калинина уже нет, так что в команду тебя вернуть некому. А я предупреждал, не надо дергать тигра за усы. Удачи!